Привет. О, привет. Иван, привет. Я уже отекшая, опухшая. Привет, всем привет. Мои 2-3 дня очень круто сказались на моих щеках. Ну и на всех тоже частях тела. Читаю плохо. Сережа дома. Немножко работает. Еду тренировать. Здорово, может, лучше за дорогой. Я стараюсь. Просто меня очень попросили ехать аккуратно. Ну, вот я подумала, что если я включу перископ, ну, и не торопиться, тогда я не буду торопиться. Вот. Немножко задерживаюсь. Даша, привет. Супер, спасибо. Мне приятно, что вы смотрите мои видео. Я стараюсь, и тут в ближайшее время отсниму прикольные какие-нибудь маленькие рекламки для Genetic Club, они тоже будут вас радовать и веселить. Ну и еще готовлю небольшой ролик. Сергей встречаешь. Да, мы с Сережей же вместе живем. Вот, у нас, мне кажется, у нас серьезные отношения. Так, нет, я не парень. У меня просто с голосом проблемы. Голос ужасный, знаю. Так, да, он ответил. Спасибо. Нет, я не трансик. Ну, я думаю, что было бы прикольно, если бы я была бы еще трансвеститом, моя жизнь была бы еще ярче. Вот. Слушай, на улице очень солнечно, погода класс. Вот, сегодня буду тренировать девчоночку одну, давно ее знаю. Да, голос грубый, я в курсе, я знаю, что голос грубый. Если есть у вас какие-то рекомендации, советы по поводу, как восстановить голос, чтобы он был красивым, нежным, как у женщины, пишите, я буду очень рада. Так, спасибо большое, да, я тоже считаю, что мы с Сережей очень красивая пара. Так, того, кто кого бешу, вымораживаю, ребята, отписывайтесь, не читайте, не смотрите, потому что, блин, ну, что же я могу поделать, я же не могу нравиться всем, это нормальная тема. Так, мерзкие комментарии такие, как волосы, так, что вы перестали к ней, волос меньше, так. Нет, на самом деле тут ни при чем, если вы думаете по поводу фармакологии, она тут вообще ни при чем. Не могу сказать, что не ко мне это. Голос как голос. Вы тоже, думаю, не нравится, вы слышите? Нет, я не мужик. Да нет у меня КДК, что за бред полнейший. Воу, ничего себе, этот подрезали так круто. Так, спасибо большое. Вам тоже, ребятки, отличного дня. На самом деле вышло ненадолго. Просто поздороваться, показать вам свои щеки. Вот, они появляются, это кошмарно. Так, Рига, привет. Сережа дома. Господа, откуда столько идиотов? Мне кажется, связки как-то надо. Слушайте, я пробовала гемопатические, по-моему, таблетки. Их рассасывала там по 2 часа через каждые 2 часа. Не помогло. Не знаю. Может быть, стоит сделать операцию на связке. Может быть, я уже подумал на эту тему. Потому что вроде бы внешность нормальная, а вот голос, конечно, нехороший, некрасивый голос. Соревнования были в Петербурге 2 числа. Я стала бронзовой призеркой. Конкуренция была хорошая. Интересно было играть. 2 апреля ВСКК. Спасибо большое. Спасибо. Не надо играться. Жень, хорошо, ладно. Жень, я, кстати, выступала, как все мои выступления. Сейчас я буду готовиться на Псков. Пей яйца по утрам. Хорошо. Вот, ладно. Что по линзам, Даш? Что по линзам? Вижу плохо. Какой спорт? Спорт, бодибилдинг. Ребят, буду сейчас выступать на Псков 16 числа. Буду готовиться. Я вам хочу показать какую-нибудь очень дикую форму. Высушенную, пересушенную. Я буду первый раз грузиться. Мне разрешил тренер грузиться. И это будет интересно. Сереже нравится твой голос. Остальное все. Ну, да, Сереже нравится мой голос. И, блин, мне не нравится мой голос. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Ну, всем... Окон закрыл. Очень шумно. Ну, блин, я не могу воздуха. Хочу воздуха. Пришла просто поздороваться, рассказать, что еду тренировать на испытателей 33. Клуб Доча. В Спортлайфе также я занимаюсь. Это я, ну, представляю команду Спортлайф. Мы опять лучшие.
Блин, ну да, окошко открыто. Ну что, ну вот закрою окошко. Какое соотношение божьего? О, какие вопросы с утра до пораньше. Да, Сережа делает видеоролики, на самом деле очень много материала и классного, интересного материала. Вот, ну, мы на позитиве, всем также я желаю позитива. Тренируйтесь, не знаю, радуйтесь солнцу, кушайте вкусную еду. Нет, не пидорас. Да, кушайте вкусную еду, это круто, реально. Не знаю, цените каждый миг вашей жизни, даже если вы упали на дно, просто оттолкнитесь двумя ногами, прыгайте вперед и выше. Все, всем пока-пока. Я поехал.